Ну что, сегодня у нас 1 февраля и очередной обзор моих покупок и новинок из магазина Fix Price. И если вам мое видео будет интересным, оставайтесь со мной. Итак, я начинаю свой обзор покупок вот с такой замечательной формы. Это форма для шоколада в виде сердца. Все мы знаем, что скоро 14 февраля и День влюбленных. В Fix Price очень много-много различных подарков для этого дня. Я купила вот такую форму. Здесь, значит, размер формы 15 на 15 и на 1,5 сантиметра. Она продается в красном и розовом цвете. Производитель это Китай. Значит, здесь дан рецепт, как готовить вот такие замечательные шоколадные сердечки и что для этого необходимо. Если вам интересно, вы можете остановить видео и посмотреть. И вот такая форма стоит 50 рублей. Я взяла в красном цвете и попробую приготовить вот такой замечательный шоколад в виде сердечек. Также в виде сердечек я купила вот такие замечательные камешки для декорирования. Там было очень много различных форм. Мне понравились вот такие. Такие я сердечки покупаю первый раз. И они стоят 50 рублей. Здесь также у нас написано, что это камешки декоративные, 95 грамм, используются в качестве наполнителя для вас, цветочных горшков, декорирования интерьера и творческих работ. Они очень мне нравятся, я ими наполняю вазы и также украшаю цветочные горшки. Следующая покупка – это вот такой замечательный арт-ежедневник. Я такой встретила первый раз в Fix Price. Мне он очень понравился. Здесь, значит, 56 листов, и он стоит 77 рублей. Он внутри с иллюстрациями, иллюстрации черно-белого цвета. И здесь у нас написан месяц и неделя. Все очень сделано хорошо, мне понравилось, поэтому буду с удовольствием таким ежедневником пользоваться. Следующая покупка – это банки, банки железные. Этой покупкой я очень довольна. В том месяце я купила вот такую замечательную оригинальную банку для чая. И в этот раз я взяла банку для кофе и сахара. Банки очень удобные, они очень компактные и действительно очень оригинально смотрятся. И каждая банка стоит 55 рублей. Следующая покупка – это стакан. Стакан низкий, здесь 310 мл, производитель Гусь Хрустальный. Стаканы очень оригинальные, они с приятно таким, знаете, фиолетовым отливом. Камера, конечно, это не передает, но они смотрятся действительно очень красиво. Мне они сразу понравились. И один стакан стоит 77 рублей. Следующее приобретение – это блюдо для лимона. Я у многих девочек видела, что они покупали. Мне очень понравилось такое блюдо. Значит, производитель – это у нас Нижний Новгород. И диаметр здесь 100 миллиметров. Вот так вот, да. Сейчас я открою и покажу вам его. Вот так смотрится оригинальная лимонница. Сюда помещается один средний лимон. Конечно, его надо было порезать, но я просто положила целый и показала вам, какого размера лимонница. Цену я вам сказать не могу, потому что в чеке у меня почему-то нет этой лимонницы. И получился очень приятный бонус от магазина Fix Price.
Следующая покупка — это коврик для выпечки 45 на 30 сантиметров. В магазине Fix Price женщины покупали такие коврики и сказали, что они приобретают их не первый раз и очень довольны. Если кто-то из вас такой коврик покупал, напишите свои отзывы. Вот, я тоже решила приобрести для того, чтобы этот коврик использовать для духовки. Этот коврик стоит 99 рублей. Сейчас я вам его достану и покажу. Коврики там продаются различных расцветок. Мне понравился вот такой оранжевый коврик. Он не имеет никакого запаха. Он достаточно плотный и эластичный. Хочу приготовить что-нибудь на этом коврике и оставить свой отзыв, понравился он мне или нет. И еще раз повторю, что стоит он 99 рублей. Следующая покупка, которую я покупаю уже не первый раз, этой покупкой я очень довольна. Это у нас коврик для посуды из губчатой вискозы. Он продается различных расцветок. Вот такую расцветку взяла я. Стоит он 50 рублей в магазине Fix Price. Могу с легкостью рекомендовать такой коврик. Размер коврика 30 на 40 сантиметров. Он помогает высушивать посуду быстро и без разводов, впитывает больше собственного веса, быстро высыхает и также для многоразового применения. Могу сказать, что такой коврик еще с легкостью и стирается. Хочу показать вам, из чего состоит вот такой коврик для посуды. И вот так он выглядит. Вот такой коврик. Он достаточно мягкий и очень приятный на ощупь. Следующая покупка — это тапочки комнатные, женские. Здесь написано, правда, почему-то, что это туфли домашние женские. Тапочки я покупаю довольно-таки часто. И могу вам сказать, что есть тапочки, которые носятся действительно долго. Есть, которые носятся один месяц. Вот. Так что в прошлом месяце тапочки, если покупала, они у меня относились один месяц. Значит, цена на эти тапочки 99 рублей. Это самые дешевые тапочки в нашем городе, потому что в любом гипермаркете тапочки у нас все продаются от 300 рублей. Они мягкие, сшиты неплохо. Вот. И я считаю, что это выгодная покупка за 99 рублей приобрести тапочки. Купила салфетки Aqua, значит, здесь у нас 120 штук, влажные салфетки для детей 0+. Эти салфетки очень мне нравятся, они не сильно мокрые и с приятным нежным запахом. Продаются эти салфетки по цене 55 рублей. Всегда, когда езжу в Fix Price, каждый месяц я покупаю салфетки детские. Да, есть салфетки дешевле. Например, в Ашане стоят они 37 рублей, но по качеству мне лично они хуже. Вот, поэтому с удовольствием я всегда приобретаю в магазине Fix Price. Батарейки алкалиновые, здесь 4 штуки, это самые дешевые батарейки, которые мы нашли, и за 4 батарейки я заплатила 50 рублей. Следующее средство, что я приобрела, это Synergetic, это концентрированное универсальное средство для пола, подходит для ламината и паркета. Продается оно по цене 77 рублей в объеме 0,5 литра. Открыла я и понюхала. Запах, конечно, меня особо не впечатляет, если честно. Вот. И в ближайших отзывах, как это средство, этим средством я начну пользоваться, в ближайших отзывах о товарах и продуктах, которые я покупаю в магазине Fix Price, об этом средстве я вам расскажу, понравится оно мне или нет.
Следующая покупка — это Synergetic для посуды. Антибактериальный гель. Действительно, он мне нравится. Покупаю я его каждый месяц. Объем здесь 0,5 литра. Продается по цене 99 рублей. Здесь аромат лимона. Предназначен для мытья фруктов, детской посуды и игрушек. Нравится мне он 100%. С удовольствием я его приобретаю и могу с легкостью всем рекомендовать. Вот такой небольшой обзор покупок из магазина Fix Price я вам сегодня показала. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки. А также подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Оставляйте свои рекомендации, пожелания и комментарии. И не забывайте, что к вашим комментариям я рада всегда. Всего вам хорошего. Всем пока-пока.